Добрый день, друзья! Сегодня такой у нас план. В прошлом году мы нашли для себя новое место на берегу вот этого большого озера. Вот, и в него втекает достаточно много ручьев, речушек. Вот, и на одном из таком ручейке мы нашли два селища. Одно не битое совсем, другое, немножечко подбитое. Сейчас уже время обед. И чуть-чуть мы там сегодня походим, посмотрим, что, как и почему. Так, ну все, вот мы на месте. Сейчас раскладываемся и начинаем поиск. Вроде бы место правильное и нужное. Сейчас еще определимся с точным месторасположением. И начинаем. Вперед. Ну вот, только пришли. Вот это второй сигнал. Вот. Одна часть от пропеллера. Перевернись. Здесь уже пока ничего не видно, но фотографии приложу. Ты все обещаешь только. Нет, ну если у меня находки не забирают. Чужие находки, если у меня не забирают, если мне их не дарят. Так что здесь где-то пропеллер. Здесь где-то еще что-то хорошее лежит. Идем дальше, продолжаем. Знаешь, кто сейчас пропеллер найдет? Вот эти двое. Дуракам везет, конечно, но... Вороши немножко. 20 плюс. Все хорошо. Сейчас я со своим приду. Давайте. Знаете, я точно скажу, где что тут. Да чтоб тебе. Еще одна часть. Еще раз посмотрел эту же ямку, и вот еще одна часть, левая часть. То есть у меня уже две части. Сейчас погодите, не уходите. Сейчас еще разок прозвоню, может быть, там еще какая-то часть есть. А, нет, я уже выкопал. Ну где ты, родимый? Ну почему вот так вот мне не везет, а? Че, выпал что ли? Ну-ка, сейчас попробуем пином найти, может быть, быстрее получится. Ёшкин-матрёшкин. Чё ты лопатой саданул? Ну вот ведь... Ты, блядь, простите. Да. Это инколпий был. Угу. Это был инколпий. Но разломал его не я. Это уже не я. Я вот только вот чуть-чуть вот саданул. Но разломал его не я. Что ты скажешь в своё оправдание? У меня нет оправданий. Не оправдаться тебе никогда за эти преступления. У меня оправданий нет. Еще раз смотрим ямку. Блин, а?
Нет, походу больше нету. Сейчас, давайте посмотрим. Так, две части — это старая конина с монеткой. Что ты делаешь? Пытаешься собрать ее? А у тебя еще части не хватает. Вот еще, мухи. Нижнего луча нет. Да, вот нижнего луча нету, а? Ну вот как так-то, а? Точнее, это вот так вот. Вот так вот. И створки нету задней еще. Да. Ищи. Нет, ну это, мне кажется, он одностворочный. Может, одностворочный. Все, выключаю? Да. Еще одна хорошая, интересная находка, посмотрите. Вот такой вот перстень. Целый. Похоже, это даже серебро. Видите, как блестит, переливается белым цветом. Это не оловянистая бронза. С какой-то цифркой, то ли надписью. Полувосьмерка какая-то. Что-то такое. Круть! Но не я откопал. Ладно, зачетно. Хорошее место. Ищем. Не поломать бы чего-нибудь там. Там. Так, дай-ка я лучше маленькую лопатку. Вот что-то. Ну, блин, а! Смотри, какое. Это явно что-то такое. Ну. Но это от фляжки или что-то такое, потому что это очень плотная она, очень плотная крышка. От какой-то фляжки, наверное. Монгольской 100%. Да точно, да, монгол. Не выключай. Что там, еще что-то? Этот сигнал выкопаем еще. Посмотрим. Дорогие зрители, коп обычно снимать — это очень скучное дело. Копаешься себе так и копаешься. Но по заявкам подписчиков снимаем больше копа. Как всегда, Паша работает, я отдыхаю. Паша работает, я отдыхаю. А вон еще два новообращенных асечника. Для них каждая пробка и бутылка — это уже домонгольский артефакт. Да где-то есть-то. Блин, за корнями хрен достанешь. А цветной? Нет, там черный сигнал. Но я его не достану. Большой черный сигнал. Думал, может, там какая-нибудь подкова или еще что-нибудь, какой-нибудь топор. Но за такими корнями я его не достану. Идем дальше. Подозрительно.
В одну сторону чернота, а в другую немножко в цвет отдает. Чернота. Нет, это здесь. Это дерево какое-то. А где? Что ты потерялась? Вот здесь же должна лежать. Маленькая как кованинка. Полукруглая. Полукруглая. Отдавала в одну сторону чернотой, в другую цветом. Но все равно все любые подозрительные сигналы надо копать. Пойдем, пойду. Угу. Паш. Здесь у меня чистая чернота. Не здесь. Здесь у меня еле-еле РВ. Я ничего не вижу. Да? Я ничего не вижу. Нет. Что-то есть? Это украл мой сигнал. Был. Ну, наверное, дробь. Вот там у меня большая чернота вот рядышком. Ну да. Здесь да. А здесь был цветной. Ну ладно, хрен с ним, сейчас еще найдем. Сейчас был найден сигнал. Вот еще вот в комке лежит. Какая-то вот монетка. Возможно, совет. Возможно, империя. Совет. Так, совет. По-моему, 10 копеек, да. 10 копеек, щитовик. Грибники потеряли? Ладно. Сейчас, друзья, асечники нашли первую свою в жизни монетку. Вот она еще в ямке у них лежит. Вот, стоят, смотрят, как коршуны. Же керамика еще. Да. Смотрите, вот, керамика, вот она. Советская, наверное. Керамика-то очень советская. Чё тут за монетка? А может и империя. А может и хрен пойми, что это. Чё-то я совсем не пойму, что это такое. Пробочка сплюснутая. Нет, это на... Слушай, это империя какая-то, смотри. Видишь, вниз ободок идет. Ну да, да, да. Это что-то тоже... империя какая-то. Ага. Это вот по рельефу похоже на две копейки Николая Первого.
Вот что-то так. Но затертый просто в хлам. Просто в усмерть. Это просто шайбочка какая-то. Но зачетно. На. Не иди сюда. Все, продолжаем. Какая-то хреновинка. О, блин, советская какая-то. Неизвестно. А может и нет. Слушай, часть игольницы по периоду, а? На советскую не похоже. Да, это материал явно не советский. Да, слушай, часть, мне кажется, уж игольница такая. Ну, это лайнстый бронз. Ну да. А вот что это такое? А может это... Трутовница, игольница. Как его? Такие штуки, украшалки, на волосы могли одеваться, как бы. Не заколка, а как вот... Пропускать внутрь. Да. Она и легкая, она почти невесомая. Вот такая вот хреновинка. Если знаете, что это такое, то напишите в комментах. Вот смотрите, какая штучка. Вот пряслица, и она дико гнутая. Вот видите, и форму. Возможно, при пожаре ее так. Возможно, дом горел, и она вся расплавилась и поплыла. Вот где-то, здесь вот, скорее всего, стоял или дом, или что-то типа этого. Или какое-то строение. Потому что пряслица, она уйти далеко не могла, тем более горелая. И сползало все потихоньку во враг. Копаем. Сейчас нашел вот такую вот штуку. Вот такого большого размера. С насечками. Я сначала подумал, что это какая-то пуля или что-то такое. Но она легкая, она почти невесомая. Грамм 15-20, не больше. Она вообще никакущая. Если знаете, что это может быть такое, то напишите в комментариях. Я даже представить себе не могу. Такое легкое, и для чего это, как это, не знаю. Может, он в отвале лежит. Кто-то что-то выкопал. Что-то я потерял. Все еще на поверхности лежал. Это его забубенил. Нет, еще в Янке. Тут?
что-то где-то здесь. Да. Я сначала подумал, что это какая-то это косточка. Угу. Но нет. Дробинка. Начинается дождик, мы поспешно уходим, а то машины мы не вывезем потом. На грунте стоим. Да. Бегом бежим. Сейчас стоим на поле в раздумьях, копать или не копать. Моросит дождик, высокая стерня, найти что-то хочется, но мокро. Грязно. Что делать? Непонятно. И в комментах тогда напишите, в каких вы самых таких суровых условиях копали. Там под дождем, в болоте или еще как-нибудь. Будет интересно достаточно почитать. Это мы такие дебилы или все копаря немножечко? С приветом. С приветом. Ладно, сейчас... пройдемся до следующего поля. Может быть, там получше скошено. И хоть, может быть, минут на 30-40, может быть, что-нибудь и копнем. Ладно, идем. Так, друзья, все. Коп на сегодня окончен. К сожалению, пошел дождь. Мы ничего не успели ни снять, особо найти из находок. Вот что у нас получилось. Фотографии приложу. Кроме кольца. Кольцо я тебя экспроприирую. Вот. Вот, кольцо мне уже не дают. Ладно, потом я его заберу. Вот, наконец-то. Вот все находки. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте ваши оценки. Увидимся на полях, в лесах и на болотах.